Здравствуйте, друзья! У нас 6-й урок в цикле модуляции музыкальной гармонии и 3-й урок, который посвящен функциональному блоку 2.5.1. В первом случае мы коснулись функционального блока субдоминанта второй ступени, выражена минорным септаккордом, доминанта миксолидийской или доминанта альтерированной, как выражение доминанта, и разрешались в мажорной тонике. Сегодня я приведу вам несколько просто примеров гармонизации функционального блока 2.5.1, где функцию субдоминанта выполняет полуменьшенный септаккорд. Полуменьшенный септаккорд, который в свою очередь, разумеется, уже разрешается, двигается в альтерированную доминанту. Если минорный аккорд может двигаться и в альтерированную, и в миксолидийскую, то полуменьшенный аккорд все-таки стремится именно в доминанту альтерированную. Вот. Если вы изучали, смотрели первые 11 уроков, то вы, наверное, по настроению меня, как ведущего, поняли, что альтерированная доминанта и связанная с ней тритоновая замена — это такой наиболее сложный аспект музыки. И для осознания, и для превращения всех этих теоретических навыков в навыки практические, но, увы, с этим надо отдельно разбираться. Поэтому мы вам немножко упростим задачу, я отдельным уроком решил это вынести. 2 урока назад мы говорили о таком функциональном блоке, где субдоминанта выражена таким широким септаккордом, минорным септаккордом, 1, -7, 3, 5. Который разрешался дальше доминанту и в тонику. Так из этого аккорда, я на том же уроке сказал, очень просто превратить этот аккорд в полууменьшенный. 5-я ступень опускается на полтона вниз. Вот он полууменьшенный аккорд. Это такое душераздирающее, слезливое такое звучание. Хочется после этого играть балладу о матери, не меньше. Что-нибудь такое. Вот выражение этого полуменьшенного септаккорда, самого простого, который должен разрешиться в альтерированную доминанту. Так же, как и в предыдущем случае с доминантой миксолидийской, достаточно поменять только бас, соль и эту ступень до на си, и она станет 3-й ступенью доминантного аккорда. Да? Для силы звучания этого аккорда можно добавить 5-ю ступень доминанта ре. И получится такое характерное звучание. Доминанта здесь будет выражена аккордом 7-9. Вот она общая нота. И разрешаемся куда хотите. Хотите в минор. Все комбинации вам. Все комбинации этих аккордов, вернее, этих звуков вы можете использовать в минорной доминанте, в минорной тонике. Да, даже для усиления можете основной тон субдоминанта ре оставить, чтобы одна нота поменялась, выполнив доминантную функцию. Хотите? Попробуйте в тонике сыграть 6-ю высокую ступень, но как-то мне эта комбинация не нравится. Итак, можете не играть в доминантовой функции 5-7 ступень, а сыграть сразу плюс 5-ю ступень. И получится такой широкий аккорд. Плюс 5, минус 9. И тоже разрешится в тонику. То есть это второй вариант. Либо расширяйте доминанту до его стандартного вида, сыграв и плюс 5-ю ступень, и минус 7, и плюс 9. И опять разрешитесь. 3 варианта, которые вам интересно было бы освоить. Первый вариант, самый простой, минус 9. с пятой ступенью. И третий вариант более сложный. С плюс 9, с плюс 5. Куда разрешаться, значения не имеет. Вот. Мне кажется, это самая оптимальная позиция для обыгрывания подобного гармонического блока, потому что иные такие вариации, они уж такие больно мрачные. Да? Вот такие больно мрачные. То есть, когда наверху аккорда находится не пятая ступень, а какая-то другая, когда эта ключевая минус пятая ступень этого полумешанного аккорда находится в середине, ну, совсем такая, или внизу, совсем такая тоска. А наверху она все-таки имеет более такой лиричный характер. Ну, а дальше, соответственно, как всегда, во всех тональностях это надо пройти. Есть много произведений, где все построено только на таких блоках. Например, мне сейчас вспомнилось Bossa Nova U.S.A. По-моему, так. Потом то же самое. Соль. Потом то же самое. Ля. От соль, секвенции и модуляции, тем нашего урока фа, ре, полумешанный, слышите? Да, черт сыграй. Ре, разрешились, от соли, потом от ля, соль разрешились, от соль, фа, от фа дальше, ре, и вышли в базовую мажорную тонику. Вот, посмотрите, пожалуйста, эту тему. Дейв Брубек, если не ошибаюсь, Bossa Nova U.S.A. называется эта пьеса, очень красивая, которая как раз вся построена на этом функциональном блоке, где вторая это полуменьшенный септаккорд, дальше альтерированная доминанта и разная тоника. В этой гармонии была и мажорная, и минорная, то есть разницы нет. Спасибо, на этом наш урок сегодняшний закончен. До новых встреч!